Друзья, приветствую, на связи Денис. У нас на Кунлисте есть новый неоднозначный проект, который называется «Агорик». Все это чудо у нас будет на Кунлисте уже 29 декабря, в нем можно будет поучаствовать, но здесь люди поделились на два таких типа. Первый тип людей говорит, что да не, это скамина, это баблосбор, здесь просто завышенная цена, здесь очень длинный локап, вестинг, мне вообще не нравится, я просто скипаю и пропускаю данный проект, я в нем не хочу участвовать. И второй тип людей, который говорит, слушайте, да вроде интересно, да это же Кунлист, да Кунлист же скама не посоветует, да 100% его проверили, давайте поучаствуем, там есть какие-то фонды, Бейкер и тому подобное. Поехали. Кто прав, кто не прав. Постараемся выяснить в этом видео. Я выскажу свое мнение, но в любом случае покажу только время. Но, забегая наперед, я хочу сказать, что все-таки я больше, наверное, отношусь вот к первому типу, но, несмотря на это, на то, что действительно здесь есть проблемы с экономикой, есть проблемы с ценой, есть проблемы с локом, я буду здесь принимать участие. И не из-за того, что это прикольный CoinList, а есть немного другая причина, о которой я также скажу в этом видеоролике. Поэтому поехали разбираться более детально, кому интересно. Итак, это чудо у нас называется Agoric, это JavaScript на смарт-контрактах. У нас есть вот такая вот статья, здесь нам рассказывают, что Agoric появился еще в 2018 году. И данный проект сделали для того, чтобы помочь разработчикам JavaScript перейти в мир DeFi, в мир децентрализированных финансов. На самом деле это интересно, более того, они, так сказать, еще подливают масло в огонь и пишут, что вот комьюнити разработчиков JavaScript самое большое в мире и насчитывает около 14 миллионов человек. И вот данный проект предлагает им, помогает перейти в мир DeFi, в мир блокчейна. Круто, интересно. Возвращаемся к Кунлисту, к тому сайту мы еще тоже вернемся, и к статье тоже. Далее нам рассказывают про регистрацию. Она у нас активна до 26 декабря. После этого у нас будет две опции по стандарту в один день, 29 декабря, 18 и 23.00 по UTC. Киев плюс 2 часа, Москва плюс 3 часа. Я не хочу на этом зацикливаться, это неинтересно, но это может быть интересно новичкам. Поэтому, если вы новичок, вы не знаете, что такое токен сейл, вы ни разу в нем не участвовали, у вас куча, 1001 вопрос, пожалуйста, посмотрите вот этот вот мой видеоролик. Я там рассказывал и отвечал на самые популярные вопросы и частые по Кунлисту. Ссылка на это видео есть в описании под этим видео, а мы с вами поехали дальше. Что дальше? Дальше, наверное, давайте самое интересное. Начнем с самого интересного, начнем с самого болючего. Значит, самое болючее — это у нас цена, это у нас количество даже токенов, которые продаются, это тоже прикольно. И самое-самое болючее — это у нас локап. Потому что локапы здесь действительно серьезно, никто не знает, что будет через месяц, а здесь нам предлагают угадать, что будет через полтора или же два года. Итак, постараемся его сравнить. У нас есть первая опция, есть вторая опция. И да, сразу же для тех людей, кто говорит, что Кунлист набирает проекты, здесь не может быть скама и тому подобное, отчасти я с вами соглашусь. Да, однозначно, Кунлист на сегодняшний день — это топовая площадка, где выходят топовые проекты. Очень многие проекты иксуют, очень многие проекты показывают иксы. Но не забывайте, что раз в году и палка стреляет, и условно, не так давно у нас был даже тот самый Human на Кунлисте. Кто помнит Human? Поздравляю, вы поняли, о чем я. Кто не понял, просто вкратце, Human, CoinList. Первая опция 50 центов, вторая опция 75 центов. Сейчас Human уже там потихоньку раздали. Сколько он стоит? 75 центов. Сколько люди заработали со второй опции? Ноль. Сколько люди заработали с первой опции? Ну, что-то копейки заработали. Посмотрим на график Human'а. Тоже очень хороший. Да, раз в году палка стреляет, вот стрельнула. Да, возможно, немного некорректно сравнять проекты, хотя плюс-минус есть у них схожесть, но вот такое вот было, и не Human единый. Но большинство проектов все-таки на Кунлисте стреляют, поэтому здесь стоит принимать участие. И поэтому, давайте вот, наверное, сразу скажу, почему я здесь точно буду принимать участие. Потому что все-таки большинство проектов на Кунлисте стреляют, и они хорошие. И в будущем еще будут хорошие проекты. И у нас есть сейчас две возможности, как можно участвовать в токен-сейлах на Кунлисте. Первая возможность — это просто дичайший рандом. И вторая возможность — это приоритетная очередь. И чтобы попасть в приоритетную очередь, вам нужна карма. И вот здесь подбираемся к самому интересному. У нас в разделе карма есть такая штука, как токен чемпион. Здесь вам дают поинты кармы, и достаточно много, за то, что вы беспрерывно участвуете во всех токен сейлах на Кунлисте в течение года. И вот самая главная причина, почему я 100% буду принимать здесь участие, это чтобы все-таки дойти, так сказать, до конца и получить эту звездочку. Поэтому здесь нужно обязательно принимать участие, а дальше вы пройдете, не пройдете, занесете, не занесете, это уже другой вопрос. Если пройдете, вот для начала пройдите, потому что все равно будет очередь дикая, людей будет очень много, потом уже начните думать. Теперь давайте все-таки подумаем. По локам самое страшное. 80 центов мы купили в первой опции. Дальше интересно, 45 миллионов токенов они здесь продают, тоже немало. И минималка $100, максималка $1000, тоже интересно. Как правило, стандартно 500 баксов на Кунлисте, но тут целую 1000 можете занести. Оплата USDT, USDC, эфириум, биткоин, алго, солана добавили, так же как и в предыдущем токенселе. Это хорошо, это лайк, молодцы, прекрасно. Еще бы добавили трон для тезера, и Кунлист был бы вообще топовой площадкой, я бы сказал, красавцы.
Дальше, самое болючее, это у нас локап. Вы получите свои токены. 29-го у нас будет данный токен сейл. Все хорошо, вы получили аллокацию, вы занесли деньги, вы купили. Деньги наперед скидывать коин-листу не надо, если что. Получили аллокацию только потом. Когда вы получите свои токены? Если вы получили первую опцию, то вы свои токены не увидите полгода. И вы начнете получать свои токены только начиная с июня 22 года. То есть с лета 22 года вам начнут потихонечку отдавать ваши токены. И в течение года ваши токены будут вам выдавать. То есть по факту вы с 29 декабря, чтобы получить прям все токены до конца, пройдет где-то полтора года. Но полгода вы их не увидите вообще, а потом в течение года они линейно каждый месяц вам будут разлачиваться. Вот такие вот условия. Дальше, у нас вторая опция. Здесь цена чуть дешевле, 65 центов. Здесь зато локап еще интереснее. Он около года, потому что вы свои токены получите аж начиная с ноября. И с ноября они опять-таки в течение последующих 12 месяцев линейно будут вам выдаваться. Это нужно очень-очень хорошо понимать. Мы не знаем, что будет через месяц или через полмесяца. Здесь называется «угадай, что будет через полтора года». Ну, это такое. Дальше, здесь есть очень хорошая пометка. Какая? Такая, что вы вот эти вот токены, которые вам даст CoinList, если вы попадете, пройдете, их купите, вы их сможете стейкать. Это прикольно. Кстати, сам токен называется, вот у него такой тикер BLD. Вы будете здесь покупать токены, я в том числе, если повезет, токены BLD. И мы их можем стейкать. И вот эти вот токены, которые у нас будут лежать в стейкинге, и будут приносить нам новые токены, вот этот вот профит. Вот этот профит у нас будет unlocked, разлочен. И мы его сможем сразу же лить в стакан, если будет уже такая возможность. Но не сильно много там со стейкинга того заработаешь, поэтому да, что-то сольешь, но не думаю, что сильно много. Рассказывают, что нельзя принимать участие тем, кто из США, Канады, Китая, Кореи, Крыма, добавлю и тому подобное. Кому интересно, зайдете, почитаете. Дальше. Почему говорят, что это баблосбор? Сколько же денег здесь собирают? Давайте посчитаем. Это очень просто. 45 миллионов токенов нам продают в первой опции. Открываем калькулятор и включаем калькулятор. 45 миллионов. Раз, два, три. Раз, два, три. Умножаем на цену 80 центов. 36 миллионов долларов собирают в первой опции, плюс 25 миллионов токенов они собирают во второй опции по цене 65 центов. В общем, тотале, это неправильно что-то насчитал. В общем, неправильно накладывался, но в общем, тотале насобирает больше, чем 50 миллионов долларов. Больше, чем 50 миллионов долларов собирает проект CoinList в данном токен сейле. И почему я говорю проект CoinList, тоже многие ребята не понимают. Эти деньги идут проекту, однозначно, это собирает проект, но проект листится и выходит через какую-то площадку, в данном случае через CoinList. И CoinList за бесплатно не работает, то есть идет какой-то процент CoinList. Поэтому в том, чтобы выпустить больше токенов как можно дороже и побольше взять денег с людей, заинтересован как проект, так и CoinList. Поэтому очень часто люди говорят, что там это баблосбор, не баблосбор и тому подобное. Вот это вот две самые главные таких проблемы, ну и цена. Цена достаточно высокая, капитализация проекта тоже достаточно высокая, и его будет сложно толкать вверх. Да, это правда, да, это действительно так, но вот вкратце я высказал свою позицию. То есть самый лично для меня главный плюс, это вот этот вот плюс, который я хочу забрать, и поэтому здесь обязательно стоит участвовать. Возможно, данный проект даст какие-то аксы. Я не рассчитываю, что здесь $1000 можно будет сделать 50 тысяч долларов или 40, отнюдь нет. Пару иксов, да, возможно, даст. Возможно, будет такая же ситуация, вот как с Хьюменом, который у нас листился, 75 центов был здесь, сейчас торгуется 75 центов тоже. Как его будет, никто не знает, но есть тоже плюс. Плюс у нас, в принципе, неплохой Twitter. То есть вот у нас есть вот такой вот сайт, который называется CoinsGuru. Он показывает аналитику Twitter. На Twitter данного проекта Agoric подписано достаточное количество разных фондов, разных людей, которые имеют вес в криптовалютном мире, скажем это так, и в принципе это плюс. Более того, они здесь вот, опять-таки вернемся к этой статье, собрали 32 миллиона долларов, и кто же сюда занес? Сюда занесли такие интересные фонды. Кстати, давайте по поводу фондов. Здесь как-то такая наборная солянка, достаточно их много. Кого можно отметить, прям вот так вот тыкнуть и сказать, да, это круто, это лайк. Это Polychain, они его на первое место и выдвинули, молодцы большие. Это Compound, прям-таки по центру красивый, и в принципе это Spartan. Дальше, возможно, я что-то не знаю, но я не вижу тут, кого можно отметить, что это прям круто. Да, что-то есть, но не очень. Polychain однозначно лайк, Compound однозначно лайк. И вот, в принципе, они сюда тоже занесли свои деньги. Это хорошо. Это показывает как бы статус проекта. Также статус проекта еще, понятное дело, показывает команда, которая здесь, ну, такие вот статусные мужчины, что достаточно странно как для проектов на блокчейне, поскольку, как правило, это такая молодежь идет, да, и тренд молодой, но здесь вот я не вижу молодых разработчиков, здесь все такие люди уже в возрасте, которые, наверное, должны знать, что они делают. Как раз увидим в результате, знают, что они делают, или же не знают, а все-таки... Ладно, это мы все увидим. Давайте теперь перейдем к регистрации, и, в принципе, можно увидеть, какие у нас здесь будут разлоки. То есть вот мы видим, что в течение, я так понимаю, первого года, или первый год, подождите, это получается первый месяц,
Да, это первый месяц, это вот ноябрь 22 год. И вот в течение вот этого месяца, ноября, у нас пойдут вот разлоки. Вот они прям с 12 ноября вот так вот бум, я так понимаю, начинаются. И пошли, поехали. Если я правильно понял эту таблицу. Тоже интересно, к слову, те ребята, кто участвовали, получается, в тестах, им дали лог, не лог, а локу где-то на 10 тысяч долларов. Если не ошибаюсь, по 30 центов они их выкупили. Плюс ранние сидинг и инвесторы к вот этой вот цене сделали уже около 14 иксов. Это тоже есть такая информация, что не так много, в принципе. Окей, поехали разбираться дальше. У нас есть опция, как здесь вообще регистрироваться. Очень просто, кликаете вот сюда вот, Register Now, вас перебрасывают на страницу, где вы регистрируетесь. Ага, здесь я уже зарегался. Значит, давайте первую опцию сейчас пройдем, я вам покажу верные ответы на этот квиз. Кому интересно, то, в принципе, посмотрите и сможете также ответить. Нажимаем Register Now, нажимаем Get Started, нажимаем Continue, после этого мы выбираем страну непосредственно, откуда вы там регистрировались, проходили верификацию. После этого вы выбираете регион, нажимаете I Confirm и Continue. Дальше мы отвечаем. Первый ответ. Значит, 36 тысяч человек у нас пройдут приблизительно. Это в первой опции. И 16 250 приблизительно во второй опции. Где-то так. Второй верный ответ это вот этот. Users in the waiting room. Он здесь идет самый длинный. Дальше, третье, тоже вот это вот самое длинное. Просто кликайте, не ошибетесь. Здесь нам рассказывают про локапы, которые у нас будут. И они уже достаточно длинные. Мы это с вами обсудили. Дальше, оплатить можем во всем, даже в Солане и Валго. Дальше, у нас первое, стоит 80 центов и лимит 1000 долларов, 65 центов и лимит 1000 долларов, тоже. Дальше, здесь у нас самое тоже длинное, the user's purchase may be cancelled, если вы там что-то неправильно сделаете, то вы будете забанены и тому подобное. После этого CoinList Co, после этого CoinList Official Channel и после этого user's account will be determined. И все ваши покупки будут заблочены, если вы будете использовать каких-то ботов или же еще что-то, чтобы обойти очередь и тому подобное. Вот так вот легко это все проходится. Все, после этого мы просто ждем начала токен сейла, залетаем в комнату, желательно где-то за часик, потому что токен CoinList сейчас шутит со своими очередями и со своими вот этими вот капчами. Каждый раз они какие-то новые, поэтому нужно это не прозевать. Обязательно смотрите вот это вот мое видео, если вы новичок и еще не в теме CoinList, я думаю, будет очень-очень полезно. Друзья, у меня на сегодня все. Желаю вам удачного рандома, если хотите залететь в данный токен сейл. С вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.